именно в плясовых песнях и танцах русская ода. Особенная жизнерадостность, особенная поэтичность. А уж казачья пляска, так уж всем на диво. Для вас танец некрасовских казаков в исполнении народного хореографического ансамбля «Каблучок», художественные руководители Павел и Оксана Докины. Встречайте! Моя я, Бога, это пенни, колбани.
богатырей. Самые известные три богатыря – Илья Муромец, Добрыня Никитич и Алеша Попович. Сегодня исторические песни и былины, к сожалению, практически не звучат. Но мы рады, что есть народная артистка России, лауреат Всероссийской премии «Глаз ангельский России», профессор Саратовской государственной консерватории имени Собинова Елена Андреевна Сапогова, которая является главной хранительницей и исполнительницей русских старинных былин из Скоморошни. На сцене народная артистка России Елена Андреевна Сапогова. Встречайте! И начнем пить в серебряные органы по известии и мудрости. И ударим губы ума своего поющие Богу духовенные свирели. Всем крепкого здоровья, хорошего!
хорошей погоды, ну и всегда гореть, гореть, как жар птица. Thank you.
фольклорный ансамбль «Раменьки», город Саратов. Тем самым сохраняя исконные русские культурные традиции сейчас, в 21 веке.